День 17 сентября 1941 года становился загадочнее. Дрема словно рассеивалась. На трамвайном кольце он сел в вагон. Трамвай с лязгом тронулся. К лейтенанту подошла кондукторша. С большой груди у нее свисали рулоны билетов. У лейтенанта не оказалось денег. Его рассмешил абсурд ситуации. Город открыт для оккупантов. Никому до этого дела нет. Извольте платить за проезд. Напрасны твои смешки. Если б на фронт ехал, мог бы без билета. А с фронта плати без разговоров. Такая попала скандальная тетка. Какая-то старушка за него, бедолагу, заплатила. Память упорно повторяла одни и те же подробности. Город за грязным вагонным стеклом выглядел странно. Вел как бы мирную жизнь. Притворялся, что ничего не происходит. Новенькие доты на Московском проспекте были пусты. Безлюдны баррикады. Бульвар, раскрашенный пылающей осенней листвой, старушки на скамейке возмущали его бесстыдством. Не понимают или сговорились. Какой-то неясный умысел чудился ему. Улицы должны бурлить паникой, беглецы, где горожане, пораженные страхом. Он подозрительно вглядывался в стоящих на остановках. Повсюду он видел маски обыденности. Безумная догадка мелькнула перед ним. Он отбросил ее со стыдом, но на площади перед Мариинским дворцом вернулся к ней. Сговорились. Наши с немцами. Будут выводить всех из города и отдадут его. Единственный смысл происходящего, какой он увидел, немцы ждут, не входят, ведут переговоры. Не может быть, но ничего другого он представить не мог. И весь сентябрь, и позже они, немцы, не давали попыток прорваться в город. Историки Благады встречали мои слова с недоверием. То, что я очевидец, не убеждало. Не могло такого быть. Не могло, потому что такого не может быть. Чтобы в сентябре город остался без всякой защиты, имел свободный доступ хотя бы в одном месте. Повсюду были сооружены доты. На подступках к Кировскому заводу и к другим устроены пулеметные гнезда. Меня уверяли, что мне померещилось. Контузия или выпивка. Героическая оборона уже действовала. У историков были документы, сводки командования. Я не мог не найти ни одного свидетеля, ни одного свидетельства. Тот день, 17 сентября 1941 года, с годами становился призрачным. Но я не отказывался от него, не отрекался. Он был. С началом 21 века у немецких историков стали публиковаться кое-какие материалы. Но решающим для меня стал случай. В 2003 году, как раз тоже в сентябре месяце, на каком-то приеме меня познакомили с рослым немцем. Он представился. Герман Лейб. Я спросил, не родственник ли он фон Лейба, командующего группой «Север» во время войны. Оказалось, не то что родственник, а сын, младший из трех сыновей фельдмаршала, единственный, кто остался в живых. Мы разговорились. Выяснилось, что в архиве фон Лейба есть его письма и дневники. Герман Лейб готов представить эти документы. Они были изданы крохотным тиражом. Это был тот счастливый случай, который пришел ко мне навстречу. Они ходят навстречу, но важно их заметить и не разминуться с ними. Дневники были бесценным документом. Фельдмаршал надиктовывал их с августа 1941 года по январь 1942 ежедневно, пока командовал немецкими войсками, стоявшими вокруг Ленинграда. Ежедневно, подобно, с немецкой аккуратностью и настойчивостью. Нечто подобное делали и другие генералы, но фон Лейб было то, что мне надо. Он мог решить загадку сентябрьских дней. Почему немцы не вошли в город? Почему не воспользовались той брешью, которая была в районе блокадного? Я читал дневники с удивительным чувством, похожим на разведчика, на Штирлица, который проник туда, в немецкий штаб, и слышит их разговоры и что они собираются делать. Все время хотелось предупредить командиров,
рассказать, что я узнал. Конечно, уже никому это было не интересно. Я опоздал. Это было и чувство свидетеля, и участника событий, и как бы находился и по ту, и по эту сторону фронта. Что же там творилось? Немецкие войска вплотную не только подошли, но и окружили Ленинград. Оставалась финская сторона, где не было немецких войск. Немцы тщательно готовились войти в Ленинград. Они были измотаны боями в Прибалтике, на Лужском рубеже, тем яростным сопротивлением, которым их встречали в каждой переправе, на оборонительных сооружениях, наши кадровые дивизии и дивизии народного ополчения. Блицкриг в России не проходил, и все-таки они добрались до Ленинграда, города, ненавистного Гитлеру. Он все время повторял: надо его сравнять с землей. И вот, с опозданием, против намеченного генштабом плана, немцы достигли предместья города. Немецкая авиация бомбила город, налет за налетом, и днем, и ночью. Пожары, по 30, 40, 50 пожаров в день. Положение стало критическим. Маршала Ворошилова отозвали в Москву. 11 сентября в город прибыл новый командующий, Георгий Жуков. И в этот же день, как отмечает фон Леев, военным комендантом Ленинграда уже намечен немецкий генерал Линдеман. На стенах города расклеена листовка, озаглавленная: «Враг у ворот. Пал Дудергов. Немцы заняли Красное Село. Взята Гатчина». Нельзя сказать, что все для немцев складывается удачно. Нет, чутье военного подсказывает фон Лейбу, что его солдаты устали, что потери велики. Но самое тревожное, что в Берлине, в генштабе Верховного командования, происходит что-то непонятное. В штабе 18-й армии детально разработан план, по каким улицам Ленинграда будут двигаться немецкие части. Еще 2-3 дня, и немцы войдут в город. Фон Лейб в этом убежден. Для входа подготовлен 50-й армейский корпус, выделена полицейская дивизия СС и служба безопасности СД. Еще месяц назад начальник генерального штаба Гальдер в разговорах с Лейбом выражал сомнения, надо ли входить в Ленинград, предупреждал, что у фюрера есть возражения. И вот сейчас вдруг приходит приказ Гитлера перевести авиакорпус на Москву, то есть в группу войск «Центр», которая готовится к захвату Москвы. Затем танковую дивизию и мотодивизию тоже отзывают на Московский фронт. Фельдмаршал пытается как-то залатать создавшиеся бреши. Оставшиеся части действуют успешно. Дальше приходит указание: в город не входить. Это 16 сентября. Через несколько часов взят Пушкин. Мы уходим. Немцы за нами. В город не входить. Но, судя по записям в дневниках, Лейб не отказывается от своих намерений. Не очень понятно, хочет ли он поставить Берлин перед свершившимся фактом, подготовил ли он какое-то оправдание, действует ли он согласно поговорке «победители не судят». Конечно, уйти из города всегда успеется, а упустить такую возможность тяжело, а может, невыносимо. В жизни бывает момент, один момент, если упустишь его, это навечно. В дневнике фон Лейб достаточно сдержан в своих эмоциях, но все яснее, что политики, штабисты, столичные стратегии хотят отнять у его генералов победу. Они ее добились, выстрадали, и теперь отказаться не желают. С какой стати? Это их добыча. Положение Ленинграда безнадежно, и в Берлине решают подождать.
Ленинград должен сдаться. В генеральном штабе, да и сам фон Лейб ждут капитуляции. Подождем. Не стоит ввязываться в уличные бои, терпеть потери, которых и так уже много. Город капитулирует, как это было с Парижем и другими городами. Уже составлена инструкция, как обращаться с населением города. Прежде всего, зарегистрировать всех мужчин. Собрать в районные пункты коммунистов, милиционеров, евреев, комиссаров. Должен пасть Павловск. И вот он пал. Все готово. Только через Неву нет сил перебраться. Выдохлись. Но это не обязательно. В город можно входить. Враг деморализован. Особого сопротивления немцы не ждут. Однако приказ есть приказ. Немецкие офицеры возмущены. Почему не входим? Приказ остановиться у ворот города не мотивирован. Генералы группы «Север» недовольны. Весы истории колеблются туда-сюда, пока не перевесило. Что? Спустя годы один священник, умница, твердо определил мне. Чудо. Свершилось чудо. Но я не хотел согласиться с ним. Если чудо, значит, мы ни при чем? И все наши жертвы, усилия, оборона – все напрасно? И в то же время, и тогда, и теперь я ощущаю чудо спасения Ленинграда, казалось бы, обреченного. И немецкие офицеры по ту сторону говорят фон Лейбу: «Почему мы стоим? Что же все наши усилия, поход, наши потери – все напрасно? Капитуляция? А где она? Когда будет?» Первый же месяц-полтора войны, несмотря на кажущиеся успехи, породили у начальника генштаба Гальдера сомнения. Слишком велики были потери немцев, и слишком велико было сопротивление Красной Армии. Фельдмаршал Лейб понимал его, однако Ленинград должен был пасть. Сентябрь, октябрь, ноябрь. В городе начинался голод. Было известно, что запасов продовольствия уже нет. Город не имел права сопротивляться. Дальше все известно. Немецкая армия приступила к удушению Ленинграда голодом. Голод, бомбежка, зажигалки и тому подобное. В самом конце сентября, начале октября, некоторые части из группы «Север» отзывают для наступления на Москву. У Ленинграда прервана вся связь с Большой землей. Начинается блокада. С немцами повторяется то же, что было с нами. Солдаты не стреляют по врагу, не хотят навлечь огонь артиллерии. Боятся обнаружить себя. Появляются характерные приказы немецкого командования. Солдат, который так себя ведет, чувствует себя побежденным. Гитлер меняет одно указание на другое. То он требует уничтожить город артиллерией, то взрывами, то сжечь его зажигалками, то разбомбить. Ничего не получается из его абсурдных идей. Этот город досаждает, как нарыв. Фельдмаршал фон Лейб посещает Гитлера в его ставке несколько раз и не может добиться решения, что делать с городом и с его населением. Немецкие войска вокруг города вынуждены заниматься полицейскими обязанностями и умерщвлять город голодом и артиллерией. То есть уничтожать мирное население. Это не по душе фон Лейбу. К тому же попытки взять Тихвин не удались. Несколько раз он подает Гитлеру прошение об отставке, и в конце концов, в начале января, отставка принята. Он уходит из армии.